Друзья, всем огромный привет. Было дело, я как-то столкнулся с одной проблемой, которую не мог решить. Дело было следующим образом. Я делал видеообзор на объектив Viltrox и собирался сделать красивую обложку. Сделал несколько фотографий, они мне очень понравились, но когда я открыл их и немного увеличил, я увидел, что на черном объективе, ну, просто высыпана мелкая пыль и мусор, который не видно, когда держишь объектив в руках. Как только я его не тер, не сдувал с него пылинки, все равно все попытки сфотографировать как-то более-менее качественно, ну, у меня остались безуспешные. В итоге я сел обрабатывать, потратил кучу времени, даже не дошел до конца, понял, что это такое гиблое дело, ну, столько времени тратить просто не хотелось. Я это дело забросил и на обложку в итоге разместил симпатичную девушку, созданную нейросетью. Ну, а компания Retouch Me, тем не менее, времени зря не теряла и выпустила очень интересный плагин, который называется Retouch Me Dust. И этот плагин как раз и позволяет при предметной и макрофотографии убирать ненужные соринки, не затрачивая на это просто гору времени. И поэтому, если вы работаете с макрофотографией, работаете со стоками или работаете для маркетплейсов, фотографируя различные вещи для продажи, то я считаю, что этот плагин просто must have для такого творческого человека, как ты. Ну, а мы давайте перенесемся в Photoshop и, наконец-то, уже испытаем этот плагин на прочность и посмотрим, как он справляется с проблематичной предметной фотографией. Смотрим, друзья. Вот фотография объектива. Мы увеличиваем изображение и видим вот такой вот мусор, ну, с которым бороться это, ну, просто, ну, невероятно тяжело. Представляете, какой кропотливый труд, чтобы все это вычистить. Итак, я копирую изображение. Далее фильтр. Retouch Me. Retouch Me Dust. Искусственный интеллект автоматически определяет, что у меня здесь мелкий мусор. Также в установках вы вручную можете выбрать средние частицы, либо крупные. Ну, как мне кажется, плагин отработал неплохо. Давайте мы не будем смотреть здесь. Здесь стандартное меню плагинов Retouch Me. Если вы с ними знакомы, вы легко определитесь, как пользоваться дополнительным ручным функционалом, кистью, маской, ластиком и так далее. Я пойду по-простому. Кликаю Apply. Ну что ж, смотрим. Ну, блин, друзья, ну это шикарно. Давайте посмотрим на оригинал до, после. Вот здесь я заметил, он немножко накосячил. Он взял и название объектива также почему-то определил как мусор. Ну, ничего страшного, добавим маску. Возьмем мягкую кисточку, непрозрачность нажатия 100%. Сделаем кисть квадратными скобками поменьше. И черной кисточкой вернем название. И вот здесь немножко он ошибся, как я заметил. Вот здесь вот. Ну что ж, друзья, в моем случае плагин справился на 99%. Может быть, осталось несколько соринок, которые уже можно убрать вручную, но в целом это просто невероятная помощь для тех, кто занимается макросъемкой или предметной фотографией. В данном случае я могу сказать только одно: мое почтение. И да, друзья, этот плагин, а также любые другие плагины, которые вам понравятся, и с обзором которых вы можете познакомиться по плейлисту в описании к этому видео, все эти плагины от разработчика Retouch Me вы можете приобрести по увеличенной специальной январской скидке 25%. Но для этого вам необходимо перейти по моей реферальной ссылочке, которая также будет в описании к этому видео. Ну, а на этом, друзья, наш краткий обзор заканчивается. Я вам напоминаю, что вы на канале Art Photo Life. Меня зовут Серджио, и если ты впервые на моем канале, переходи на мой сайт и забери в подарок набор пресетов Desire. Ну, а я вам желаю творческих высот, всем добра и мира, и до скорой встречи в следующем видео. Всем пока-пока.